Когда-то великий мыслитель Платон сказал: «Можно простить ребенка, который боится темноты, но настоящая трагедия жизни, когда мужчина боится света». Если эту мудрость перенести из сферы высоких материй на вполне земные ситуации, то вот оно наглядное воплощение светобоязни – тонировка стекол. Страх перед светом для отдельно взятых водителей превыше норм техрегламента и административного законодательства. С этим мраком правового нигилизма правонарушителей инспекторы ГИБДД борются ежедневно, весьма и весьма успешно, возвращая всех заблудших и упрямых фанатов тонировки к спасительному свету в салоне авто. И будьте уверены, борьба с любителями тени рано или поздно завершится безоговорочной победой полицейских. В этом нет никаких сомнений. С 15 апреля текущего года на территории муниципального образования город Саратов сотрудниками городской госавтоинспекции проводятся рейдовые мероприятия «Тонировка», направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами, стекла которых не соответствуют требованиям технического регламента. В отношении почти 12 тысяч водителей составлены административные материалы. Кроме того, в отношении более 200 водителей судом назначены аресты и штрафы. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.